Здравствуйте, ребят. Сегодняшняя тема урока у нас – практическое занятие. Вычисление мгновенного максимального действующего значения ЭДС, напряжения и силы тока. То есть мы на этой занятиях попробуем закрепить те знания, которые мы получили по теме переменный ток и активное сопротивление в цепи переменного тока. Цель этого занятия – уметь вычислять основные параметры переменного тока. Вот для начала давайте рассмотрим, что мы будем делать сегодня. Сначала мы повторим основные параметры переменного тока, разберем примеры задач, как рассчитывать параметры переменного тока, и в конце выполним практическую работу. Для начала давайте повторим основные понятия. Во-первых, переменный ток – это периодически изменяющийся со временем ток. Он представляет собой вынужденные электрические колебания, происходящие в электрической цепи под действием периодической изменяющейся ЭДС. Основной характеристикой переменного тока является его напряжение. Оно меняется по гармоническому закону. У равно У максимальный косинус омега Т. Сила тока также изменяется по гармоническому закону. И равно И максимальный синус омега Т плюс Фи, где φ – это разность фаз. То есть колебание напряжения не всегда может совпадать с колебанием силы тока. При этом в цепи возникает мощность. Переменный ток обладает мощностью вот такой. P равно И максимальный умножить на У максимальный делить на 2 косинус φ. И в случае, если колебание силы тока совпадает с частотой колебания напряжения, то мощность переменного тока может быть вычислена вот таким образом. И P равно И максимальный квадрат умножить на R делить на 2, или И квадрат умножить на R. Или же можно проще P равно U умножить на I. Так же, как и для постоянного тока. Вот в нашем случае вот это вот напряжение, изменение напряжения, это есть мгновенное значение напряжения. А это мгновенное значение силы тока. У максимальное и максимальное амплитудное значение переменного тока. Омега – это циклическая частота. Кроме мгновенного амплитудного значения, переменный ток выражается через действующие значения, то есть значение тока в данный момент времени. И равно У и максимально делить на корень квадратный из двух. Или У равно У максимально делить на корень квадратный из двух. Если в цепи находится активное сопротивление, вот схема, то амплитудное значение можно найти по закону Ома. У максимально делить на R. И вот эти вот напряжения и сила тока при этом будут совпадать по частоте. Колебание силы тока совпадает с колебаниями напряжения. У будет равно У максимальный косинус омега Т, и так же самое. И будет равно И максимальный косинус омега Т. То есть совпадение. Вот это графически показано. А это векторная диаграмма. Совпадение частот. Вот перед вами, как получить переменный ток. Для этого достаточно иметь магнитное поле, вот он магнит, в который поместить проволочную рамку и вращать его в этом магнитном поле. В этом случае магнитный поток, пронизывающий данный проводник, будет изменяться по вот этому закону. F равно BS косинус омега Т. А изменение магнитного тока приведет к возникновению ЭДС индукции, которая по закону электромагнитной индукции определяется минус дельта F делить на дельта T. То есть ЭДС индукции равен скорости изменения магнитного потока, взятого со знаком минус. А дельта F делить на дельта T – это есть производная магнитного потока. Подставив вместо F BS косинус омега T и вычислив производную, мы получим BS омега синус омега T, где
величины, стоящие перед синусом или косинусом, всегда являются амплитудными значениями. Поэтому амплитудное значение ΕДС будет ПС омега. Вот основные характеристики переменного тока. Их нужно будет, опять же, запомнить и попробуем сейчас применить при решении задачи. Первая задача. Рамка площадью 200 сантиметров квадратных вращается с частотой 8 секунд минус 1, или это то же самое 8 Гц, в магнитном поле индукции 0,4 Тесла. Написать уравнение изменения магнитного потока ЭДС со временем Е равно Е от Т, если при Т равным нулю, начальный момент времени, нормаль к плоскости рамки перпендикулярна линиям индукции поля. Найдите амплитуду ЭДС индукции. Значит, нам нужно, запишем дано, площадь рамки 200 сантиметров квадратных, частота 8 Гц или секунда минус 1, поле имеет индукцию 0,4 Тесла, момент времени Т равный 0 секунд. Рамка перпендикулярна линиям индукции. Альфа равно 90 градусов. Нам нужно найти, как изменяется магнитный поток. Уравнение написать. ЭДС и амплитудное значение ЭДС. Переведем Си. Умножим на 10 минус 4, чтобы перевести в сантиметры квадратные, метры квадратные. Получим 2 на 10 минус 2 метра квадратных. Теперь ответим на поставленные вопросы. Магнитный поток, запишем его уравнение. Вот оно только что мы повторили. В этом уравнении нам нужно B, S и омега найти. B, S имеется у нас дано по условию. Омега находится по формуле 2 π ν. Вместо ν подставим 8. И получим 16 π радиан в секунду. Это есть частота омега. Теперь все данные числа подставим в общее уравнение магнитного потока. Мы получим, значит, B у нас 0,4, S у нас 2 на 10 минус 4, вот косинус, омега у нас 16 π, Т осталось. И затем 0,4 умножим на 2, на 10 минус 2 получим 8, на 10 минус 3 косинус 16 πt. Это есть уравнение магнитного потока. Теперь запишем для ЭДС. Для этого закон электромагнитной индукции запишем, который гласит, что ЭДС индукции равен скорости изменения магнитного потока, взятого со знаком минус. А это, как отметили, есть производная. Находим производную данного выражения, вот этого, полученного магнитного потока для этой задачи или для этих условий. И 8 умножим на 10 минус 3, это получится 0,08 тысячных. И найдем его производную. Если найти производную, то, как по правилу, постоянный множитель выносится за знак производной, вот 0,08 тысячных. Производные 16 π, это будет 16 π, вот π 3,14. Производные косинуса минус синус, минус и минус на плюс нам, 16 π Т. Затем мы перемножим эти три числа и получим примерно 0,4. То есть 0,8 тысячных умножаем на 16, умножаем на 3,14, это π, и получаем примерно 0,4, синус 16π. Это ответ будет для второго вопроса у нас. Тогда, проанализировав полученное, мы можем утверждать, что 0,4 – это амплитудное значение. И ответ запишем. Магнитный поток изменяется по вот этому закону, ЭДС. Вот как, а амплитудное значение 0,4 вольта. Вторая задача. Какое значение принимает напряжение через 10, 15 и 30 миллисекунд, если амплитуда напряжения 200 вольт и период 60 миллисекунд? Запишем дано. Значит, у нас есть время,
Нам нужно найти через 10 секунд, миллисекунд, через 15 миллисекунд и через 30 миллисекунд, каково значение напряжения U1, U2, U3. Если амплитудное значение 200 вольт, а период колебания 60 миллисекунд. Ну, запишем основное уравнение для напряжения. Напряжение изменяется по такому гармоническому закону. Амплитудный у нас есть, время есть, и остается найти омега. Омега связана с периодом по такой формуле. 2π делить на t большое. Подставим 2π делить на t большое вместо омега и получим вот такое уравнение, с помощью которого мы можем найти U1, U2, U3, подставив соответствующие числа. U максимальный у нас 200, 2π, вот 2π, t у нас первый случай 10 миллисекунд, а t большое 60 миллисекунд. Здесь мы в систему C не переводили, так как миллисекунды все равно сократятся. Теперь 10 сократим, будет и 60 будет 6, 2 и 3 сократим, 2 и 6 сократим, будет 3. Значит, если выполнить вот эти вот действия, получится π третьих. Косинус π третьих — это есть 1 вторая, 0,5. 200 умножаем на 0,5, получаем 100 вольт. Значит, через 10 миллисекунд напряжение станет уже 100 вольт. Точно так же мы поступим со вторым временем. 15. Вместо t подставим 15. Выполнив эти арифметические действия, получим π вторых. Косинус π вторых — это 0. 200 умножаем на 0, 0 вольт. Значит, через 15 миллисекунд напряжение в сети будет равно 0 вольт. И, наконец, третий точно так же поступим. 30 подставим вместо t. Получим косинус π. Косинус π равен минус 1. Умножаем его на 200 и получаем минус 200 вольт. Ответ. Вот 100 вольт, 0 вольт и минус 200 вольт. Следующая задача. На какое напряжение надо рассчитывать изоляторы линии передач, если действующее значение напряжения 430 кВт? Значит, напряжение достигает 430 кВт. Ну, запишем, что действующее значение у нас по условию 430 кВт. Нужно найти, на какое напряжение рассчитывать изоляторы. А это какое напряжение? Это максимальное напряжение. А оно находится, связано амплитудно и действующей вот по этой формуле. Выразив U максимальное, мы получим U действующее умножить корень квадратный из 2. Подставив U действующее 430 кВт, извлечь нужно будет корень квадратный из 2, это примерно 1,44. Перемножим и получим 619 кВт. Значит, изоляторы должны быть рассчитаны на 619 кВт. Это ответ у нас. Четвертая задача. В электрическую сеть напряжением 220 вольт включено 16 одинаковых электрических ламп мощностью по 100 Вт каждая. Определить необходимое сечение медного провода, соединяющий эти электрические лампочки. То есть, когда мы подключим 16 лампочек, то каждая из них будет потреблять определенное количество тока, и сила тока приведет к тому, что провода будут нагреваться. И вот нам нужно будет рассчитать так, чтобы эти провода выдержали данную нагрузку. Для этого нам дается вот эта вот таблица, площадь сечения и на какое напряжение, а вернее силу тока, рассчитано данное сечение. То есть 0,5 миллиметров квадратных – это 10 ампер, 0,75 – 13 и так далее. Запишем дано. Действующее значит напряжение
в электрической сети 220 вольт. Это действующий. 220 вольт записали. 16 одинаковых ламп. Вот 16. Каждая лампа имеет мощность 100 ватт. Значит, вот 100 ватт. Найти нам нужно будет площадь сечения. Найдем полную мощность. Одна лампа у нас дана, их 16. Перемножим и получим 1600 ватт. Значит, мощность цепи будет 1600 ватт. Как найти нам величину тока? Мы его найдем из определения мощности. Мощность равна P равно I умножить на U. И оттуда выразим силу тока. Тогда сила тока будет равна мощность разделить на напряжение. Учитывая, что мощность полная 1600 ватт, разделим на 220 вольт, получим 7,273 ампера. Посмотрим на таблицу. Это относится вот к первой части. В пределах 10 ампер находится полученный ток. Поэтому мы выбираем сечение 0,5 миллиметра, 0,5 вернее, миллиметра квадратных. Ответ. Сечение медного провода необходимо для подключения 16 электрических ламп равно 0,5 миллиметров квадратных. Теперь вот этой вот задачи перед вами, тоже 5 задач, вам необходимо решить самостоятельно. Это задание для практической работы. Вы его найдете на портале колледжа нашего, либо вы можете сейчас сфотографировать. Спасибо за внимание. Значит, материал весь этот вы можете ознакомиться с портала дистанционного обучения. Успехов вам!